Первое знакомство с небом. Авиаотряд специального назначения МВД Самарской области сегодня принимал гостей. На Смышляевском аэродроме прошел день открытых дверей для детей и подростков. Вместе с ними на воздушную экскурсию отправился наш корреспондент Кирилл Козин. Увидеть незаметные в небе беспилотники на земле и прокатиться на огромном транспортном вертолете. На Смышляевском аэродроме детям не только показывают спецтехнику, которая ежедневно совершает оперативные вылеты, но и рассказывают о ее устройстве. Показали нашу деятельность, что происходит в отряде, чтобы дети могли понять, для чего существует отряд, какие задачи перед нами стоят. И для каких целей мы существуем? Отряд существует уже 8 лет. Цели и задачи самые разные. Воздушная разведка, поиск, наблюдение и сопровождение. Профессиональный коллектив в любой момент времени готов вылететь в любую точку Самарской области. А для особых заданий существует целый комплекс беспилотников. Беспилотные летательные аппараты управляются с помощью наземной станции управления, представляющей собой специально защищенный ноутбук, способен передавать картинку на монитор отдельный в режим реального времени. Маленьким гостям также показали передвижной командный пункт, а затем отвели в столовую. За чаем с конфетами дети обсуждали свои впечатления и готовились к самой главной части экскурсии – полету. Беспилотники-квадрокоптеры – это, конечно же, интересно, но самое серьезное впечатление на ребят произвел огромный транспортный вертолет Ми-8. Несмотря на свои габариты, машина отлично чувствует себя в небе. Для демонстрации возможностей вертолета детям организовали небольшую воздушную экскурсию над аэродромом и его окрестностями, а также дали провести настоящую видеосъемку местности. Кирилл Козин, Сергей Костин, «Новости губернии».